Привет, друзья! Сегодня я приготовил для вас отличную подборку из 50 самых нужных в хозяйстве вещей. И я уверен, что вы найдете что-то для себя. Также у нас есть группа ВКонтакте, там тоже интересно. Поехали! Хотите сэкономить до 90% на покупках в интернет-магазинах? С помощью кэшбэк-сервиса EPN можно сэкономить приличную сумму денег. Ссылка на сервис EPN, а также на видео с инструкцией в описании под видео. Ручная мельница для перца. Для того, чтобы в домашних условиях иметь не жалкое подобие специй, а чувствовать запах и невероятный вкус, следует приобрести такую незаменимую вещь, как мельница. С помощью ручной мельницы любые приправы превращаются в добавки, которые можно использовать и во время приготовления блюд, и во время приема пищи. Электроошейник для дрессировки собак. Универсальный ошейник с пультом дистанционного управления и приемником может быть полезен во время обучения и тренировки собак различной комплекции на расстоянии до 300 метров. Ошейник поддерживает 4 режима работы: свет, звук, вибро и электростатический разряд. Усилитель Wi-Fi сигнала, их также называют репитером. Принцип действия этого девайса прост. Он продлевает полученный сигнал от Wi-Fi и направляет его до нужного вам места. Скорость интернета при этом остается прежней. Работает от обыкновенной розетки. Репитер создает сеть, аналогичную существующей. Все ваши устройства будут автоматически подключаться к той сети, с которой будет лучший сигнал. Например, роутер стоит на кухне, а ретранслятор в гостиной. Если вы зайдете с телефоном на кухню, сигнал будет приниматься от роутера в гостиную от усилителя. Можно без проблем настраивать локальную сеть. Все устройства будут подключены к одной сети, независимо от источника сигнала. Также есть выход для LAN-кабеля. Софтбокс или лайтбокс для предметной съемки. Предназначен для съемки малогабаритных продуктов и товаров. Позволяет получать отличные бестеневые снимки изделий в мягком рассеянном освещении. Имеет светоотражающую внутреннюю поверхность, что позволяет концентрировать свет внутри фотобокса. Легко собирается, включается в розетку и сразу можно снимать. С таким освещением можно снимать даже на смартфон. Комплект для мойки авто, работающий от прикуривателя 12 вольт. С помощью такого помощника помимо автомобиля можно помыть небольшую лодку, катер, также овощи, фрукты, посуду на даче, осуществить полив растений и даже использовать в качестве душа себе и домашним питомцам. Вакуумный очиститель пор. Это прибор, предназначенный для очистки кожи от сальных пробок, прыщей и глубоких загрязнений. Благодаря вакуумному отсосу он может устранить грязь с поверхности кожи и сделать ее гладкой и мягкой. Новый прибор для сухого и влажного очищения, борьбы с комедонами и других косметических процедур. Проектор бортового компьютера на лобовое стекло. Это устройство, позволяющее проецировать данные прямо на лобовое стекло вашего автомобиля, чуть ниже уровня глаз водителя. Проектор при работе излучает свет, который зеркально переворачивается лобовым стеклом, на котором, собственно, мы видим информацию в привычном для нас виде. Брелок-манометр. Такой полезной штукой в любой момент можно проверить давление в колесах, не подключая громоздких приборов, а потом уже можно и подкачать насосом, если какое-то колесо спустило. Кроме того, маленьким брелочком проще и удобнее сделать замер подозрительного колеса, чем лезть в багажник и разматывать насос с манометром. Рамка, в которую можно зажать пакет и закрепить на верхнюю часть дверцы кухонной тумбочки или ящика, обеспечив удобный доступ в нужном месте. Нехитрая, но, как оказалось, весьма полезная вещь, облегчающая работу на кухне. Устройство крайне простое. Две рамки входят одна в другую и зажимают пакет из любого материала, который не жалко использовать для мусора.
скакалка хорошо подходит для домашнего фитнеса, кардиотренировки, бокса, бодибилдинга и базовых упражнений. Имеет длину 3 метра и легко регулируется до нужной длины. Ручка из алюминиевого сплава со встроенной шариковой системой обеспечивает плавное и быстрое вращение. Оригинальные внутриканальные наушники пистоны от Xiaomi. Если коротко, надо брать. Для такой цены они обладают хорошим качеством звука и просто потрясной эргономикой. Имеют более 7000 отзывов. Бабочка, которая живет в банке. Новейшие творения микроэлектроники и китайских мастеров оживает от постукивания по крышке банки. И порхает не хуже живого прототипа. Даже коту сложно отличить ее от настоящей. Не то что людям. Такую бабочку держать в доме сплошное удовольствие. Бабочка может летать по банке, расправлять крылышки и даже засыпать, словно в банке находится настоящее живое насекомое. Электронная бабочка питается 3 мизинчиковыми батарейками типа 3А, и сделана она из пластика. Степлер без скрепок. Главное достоинство этого степлера в том, что на него не нужно никаких скобок и скрепок. Он скрепляет листы таким образом, что бумага сама себя держит. MicroSD-карта на 64 гигабайта. Брал на замену своей 16-гигабайтной карте, которую, кстати, брал у этого же продавца, и к которой у меня нет ни одного нарекания. Если вы хотите расширить память на своих девайсах, то такие SD-карты отлично подойдут. Кстати, отзывы на SD-карты только положительные. Микрокомплект для капельного орошения. Капельный полив делает уход за растениями в несколько раз проще, ведь поддержание необходимой влажности отнимает много времени и сил. К тому же внесение воды под корень малыми дозами значительно уменьшает ее расход. Отличный вариант для домашней теплицы. Пельменница круг. Приготовить пельмени несложно, но часто хозяйки не хотят их лепить, понимая, что дело это хлопотное. Вот тут вам и придет на помощь такая вот пельменница, известная еще с советских времен. Это алюминиевый или пластиковый круг на 23-37 шестигранных отверстий. Картридер для сим-карт. С помощью этого маленького устройства можно осуществлять резервное копирование всех контактов с вашего мобильного устройства. Вы не потеряете в случае чего накопленные за несколько лет контакты. Это ваш спасительный круг. На случай, если вы потеряете ваш телефон или если его украдут. Фонарь FitTorch P30Z с отличным зумом. Идеально подходит для ежедневного ношения, походов и так далее. Высокопрочный алюминиевый корпус из аэрокосмического материала, анодированный для экстремальных ситуаций. Сам фонарик выглядит неплохо и аккуратно, с собственными стробоскопами и тактическими функциями SOS, и с максимальным выходом 750 люмен. В комплекте уплотнительное кольцо, темляк, запасная кнопка и чехол. Кейс для жесткого диска. Внутри сделан из материала, похожего на тонкий флис. Можно хранить разную мелочевку, провода, флешки и так далее. Размеры как раз те, что мне нужны. Брал для своих повербанков. В общем, все пришло так, как я и планировал. Веб-камера. Корпус и крепление сделаны из черного пластика. Есть серебристые вставки. Прищепка довольно удобная. Сама камера поворачивается на 360 градусов. Ракурс съемки можно изменять, наклоняя камеру в любом направлении. При подключении к компьютеру устройство идентифицируется без проблем. Качество видео довольно приятное. Да и микрофон довольно хороший, голос слышно разборчиво. Так что если вам нужна недорогая камера для видеозвонков, присмотритесь к этой модели. Складная подставка для смартфона. Подставка выполнена из прочного пластика белого цвета. Данная конструкция имеет 15 положений наклона. Во всех положениях подставка стоит уверенно на столе и не скользит. Предназначена для разной ширины смартфонов и планшетов. В связи с этим предусмотрена запасная деталь, которая прибавляет ширину в выемке для удержания смартфона.
FM-трансмиттер с 3.5 аудиоразъемом. Он позволяет транслировать звук из смартфона или другого устройства, имеющего аналоговый 3.5 разъем, на аудиоустройство с FM-приемником. То есть, сигнал аудио преобразуется в радиочастоту и может приниматься любым приемником. Антигравитационный чехол использует технологию нано-присосок и может крепиться практически к любой поверхности. Новый чехол позволяет крепить телефон к окнам, дверям, зеркалам, экранам, стенам из керамической плитки, различным металлическим и другим поверхностям. При этом он не обладает липкой поверхностью. Точилка для ножей Movit выполнена из неплохого качественного пластика с удобной ручкой. У нее прорезиненное дно, чтобы точилка не скользила по столу. Имеет несколько стадий для наточки ножа. Первая, самая грубая обработка, убирает все неровности. Вторая, сама заточка острия ножа. Третья, шлифовка ножа. В итоге вы получаете быструю, практически профессиональную заточку ножа. Также можно заточить ножницы. Клатч Порт Моно от бренда Линосин. Клатч – это очень удобный аксессуар, который смело можно назвать повседневным органайзером для мужских принадлежностей. В таком клатче предусмотрены все необходимые для мужчины секции и кармашки. Имея качественный клатч, можно забыть о полных карманах мелочи, пластиковых карточек, электронных ключей и многого другого. Система контроля давления в шинах. Зачастую водитель не замечает прокол сразу. Этот прибор позволяет своевременно заметить критическое падение давления, давая возможность применить экстренное торможение для спасения покрышки. Прибор отображает показания сразу всех четырех датчиков, и если ваше колесо спущено, он будет пищать. Сканер для авто. Его можно поставить практически в любую машину, у которой есть сервисный разъем ABDI-2. И можно самостоятельно сканировать автомобиль на наличие ошибок. Функционал данного устройства огромный. Предусмотрены различные темы. Можно отслеживать множество показателей авто. Скорость, температуру, обороты, разгон до сотни. Тут вообще времени даже не хватит, чтобы перечислить все, что умеет этот прибор. Универсальные держатели для мобильных телефонов, с креплением на зеркале заднего вида, и козырьки автомобиля. Подходят для всех зеркал, и для всех телефонов шириной от 50 до 100 мм. И второй насенсы защитный козырек. Это лучшее место для телефонного держателя, при этом ваши руки всегда будут свободны. Компьютерная подставка для рук – нужное и полезное приспособление в первую очередь для тех, чей род занятий напрямую связан с работой за компьютером. Подлокотник крепится к столу с помощью специального кронштейна, который позволяет поворачивать подставку в разные стороны. Это позволяет максимально снять нагрузку с рук и облегчить работу за компьютером. Пояс для отягощения с цепью позволяет комфортно работать на турнике или на брусьях с дополнительным весом. Подходит как для продвинутых атлетов, так и для новичков, желающих просто научиться подтягиваться на турнике. С отягощениями это происходит намного быстрее. ТВ-бокс от фирмы Xiaomi имеет систему Android TV, позволяет подключаться к YouTube и другим. Устанавливать приложение Google Play, играть и слушать музыку. В общем, все то, что умеет делать смартфон, только на большом экране. Работает бокс на операционной системе Android 6.0 и поддерживает Bluetooth 4.1. Для игр подойдет почти любой геймпад Bluetooth или с кабельным подключением. Силиконовые шнурки – это современный модный аксессуар, призваны не только украсить и сделать неповторимой нашу обувь, но и облегчить жизнь, избавив от массы проблем и хлопот. Если вас утомили ежедневные завязывания и развязывания обычных шнурков, стоит приобрести силиконовые. Противоскользящие коврики. Коврик может крепиться на любой гладкой поверхности, приборной панели и авто,
холодильнике, кафельной плитке, стекле и пластмассе. Прочно удерживая различные предметы, выполненные из материала, обладающего свойством повышенного сцепления, и может без использования клея или магнита надежно удерживать предметы на наклонной и даже отрицательной поверхности. Противобуксовочные ремни. Очень полезная штука. Такие ремни помогут выбраться вашему автомобилю из грязи или снега, причем без посторонней помощи. На каждом ремне есть прочная пластиковая насадка со специальными шипами. Тактический фонарь на светодиоде Т6. В комплектацию входит фонарь, адаптер для аккумулятора 18650, сам аккумулятор, адаптер для батареи типа 3А, зарядное устройство, кобура и кейс для хранения и переноски. Количество заказов само говорит за качество товара. Многофункциональный мультитул, 19 инструментов в одном. Пригодится на рыбалке, в туристическом походе или повседневной жизни. Безусловно, нужная вещь, если вы собираетесь на пикник, либо когда нужно срочно что-то забить или подрубить. Качественный инструмент и прекрасный подарок. Светодиодная повязка поможет обеспечить безопасность вам и вашим детям при нахождении на дороге и при переходе пешеходных переходов, особенно в темное время суток и в условиях плохой видимости. Есть также вариант крепления для рук и для животных. Сетка для прикормки при ловле карпа. С помощью сетки можно легко сделать как большие прикормочные колбаски, так и маленькие конфетки. Ленты очень прочные в сухом виде. А главная их особенность – они полностью растворяются при соприкосновении с водой. Неодимовые магниты. Применение в быту магнита найти просто. От встраивания в самодельную мебель, до мытья окон с обратной стороны, посредством скрепления магнитов с двух сторон. С мощным же магнитом вполне реально побродить по пляжу и поискать мелочевки. В целом, все зависит от фантазии. IP-камера. Камера имеет поворотный механизм, что позволяет охватить взглядом любое помещение при всевозможных местах размещения камеры. Объектив камеры обрамляет инфракрасные лампы для ночного видения, скрывающиеся за черной глянцевой вставкой. При улавливании движения в области обнаружения, камера начнет делать моментальные снимки, записывать видео и присылать уведомления на привязанный телефон. Двухстороннее аудиоподключение и окружающий звук 360 градусов позволяют совершать видеозвонки на дальнее расстояние. Отлично подойдет в качестве видеоняни. Набор для ремонта шин. Сначала отверстие зачищается винтообразным шилом из набора. Сам жгут промазывается клеем и заправляется в ушко шила, после чего вводится в отверстие шины. Резким движением инструмент извлекается, а жгут остается на месте и закупоривает отверстие. Хвостики обрезаются ножом, но не под корень. Далее шину можно накачать и проверить. Светильник Луна. Данный светильник напоминает настоящую Луну. Вы можете самостоятельно выбрать фазу и степень яркости, которая вас устроит. Вы можете использовать подобную Луну как обычный ночник для чтения перед сном, а можете сделать ее частью необычного дизайна вашей комнаты. Универсальные наклейки для защиты вашего бампера. Данная накладка состоит полностью из резины и крепится на двухсторонний скотч 3М. Резиновые накладки несколько выигрывают у пластиковых собратьев, как по качеству амортизации, так и по внешнему виду. Открывалка, стреляющая пивными крышками. Вам должна понравиться эта забавная открывалка. Она не просто открывает пивную банку, но и стреляет крышкой. Благодаря этому гаджету вы сможете удивить своих друзей, вызвать у них искреннее изумление. Также с помощью этого приспособления можно устроить веселые соревнования с друзьями. Диодная лента на фары. В данной ленте каждый светодиод находится в круглом силиконовом цилиндре с линзой на конце. Клеится боком. Сама лента помещена в ПВХ-трубку длиной 60 см.
световая полоса получается без разрывов и не видно отдельных светодиодов, что смотрится довольно интересно. Спортивные Bluetooth-наушники. Для многих спортсменов тренировки без музыки почти немыслимы, ведь любимая музыка может открыть второе дыхание и сосредоточить на прогрессе. Стабильное соединение Bluetooth обеспечивает быстрое и плавное соединение на расстоянии до 10 метров. Защита IP67 позволит слушать музыку под дождем, или даже купаться в них. Вращающиеся блесны. Используют как опытные рыболовы, так и начинающие. При проводке сопротивление воды заставляет лепесток совершать обороты вокруг сердечника. И эти вращательные движения, собственно, и есть главным привлекающим рыбу фактором в случае с блеснами данной конструкции. Водяной пистолет. Каждый родитель знает, что отправляясь на отдых к речке, озеру или морю, лучшая игрушка, которую можно с собой взять для ребенка, это пистолет, стреляющий водой. Водяной пистолет – это забава и для детей, и для взрослых. Безусловным преимуществом такой игрушки является то, что перезарядка всегда будет совершенно бесплатная. Достаточно набрать воды, и вы снова можете стрелять. В наборе идет два пистолета. Xiaomi Mosquito Repellent. Бюджетное спасение от комаров. Новый специальный гаджет от компании Xiaomi. Устройство призвано устранить комаров, а также сохранить нервы, кровь и деньги владельцу. А также это стильное устройство, способное украсить дом и прекрасно вписаться в любой дизайн. Силиконовая приманка. Их широкий ассортимент позволяет выбрать подходящую приманку для хищника практически любого вида. Оригинальная форма тела при движении в воде генерирует привлекающие хищника колебания, а боковые ребрышки усиливают игру приманки, придавая ей живые движения. Для тех, кто еще не экономит на покупках, советую зарегистрироваться в кэшбэк-сервисе EPN. С помощью простых действий можно сэкономить приличную сумму денег на покупках. Его процент в некоторых случаях достигает 90%, а это весьма приятно. Вывод средств удобным для вас способом. Ссылка на сервис EPN, а также на видео с инструкцией в описании под видео. На этом все. Если вам понравилось, то обязательно поставьте палец вверх. И подписывайтесь на канал, тут вы увидите много полезных товаров, которые вам обязательно пригодятся. Кстати, можете нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Пока.